Как дела, ребята? Добро пожаловать на подкаст. Теперь я Алекс, и в этом видео я хочу рассказать вам немного о новостях о наследии Хогвартса. Ну, потенциально, верно. У нас есть учетная запись и GT, верно. Мы уже говорили о нем раньше. На данный момент я все еще доверяю этому парню. Я на самом деле тоже разговаривал с ним в Твиттере. Он кажется действительно хорошим парнем, и он написал в Твиттере хэштег Avalanche Software. Хогвартс, я вижу, очевидно, ищет продюсера локализации, озвучки, текста, графики, локализации видео. И он опубликовал объявление о том, что вам придется делать. Теперь я немного расскажу о том, что на самом деле означает локализация. Но вы можете прочитать, знаете ли изображение, или, если хотите, посмотреть сами. Но он продолжал, поэтому я ретвитнул это, так как подумал, что это хорошая новость, и это хорошая новость. Но потом он продолжил, что еще более захватывающе. Поддержка Sumo Digital Studios действительно помогла в разработке. У меня свидание с другим инсайдером. И надеюсь, все еще идет по плану. Ожидал увидеть это раньше, чем ожидал. И они сказали, что говорят о выпуске игры, а не о новом трейлере. Так что даже только из этой последней части, вы знаете, а затем Sumo Digital, верно. Помните, это одна из команд, потому что они пришли. Я думаю, что у них есть три разные команды, помогающие им работать над наследием Хогвартса. И это в основном говорит об этом, верно. Пришла компания Sumo Digital. И они были очень-очень полезны. И в этот момент возможно, что дата действительно была перенесена вверх, а не назад, что действительно потрясающе. Это действительно, действительно круто, Ник. И он говорит о том, он сказал, что говорит о выпуске игры, а не о новом трейлере. Теперь локализация, и это вроде как что. Я не знаю, вы посмотрите это. И это так, я думаю, вы посмотрите на ежедневные материалы, которые у них есть на этой вакансии. Это связано с планированием и выполнением локализации в сотрудничестве со старшими членами команды, разработкой системы работы для конкретного проекта и отслеживанием текущей оперативной и неотложной работы. В основном то, что это делает, это берет. Но это снова происходит на самом деле, что за? Заголовок вроде как состоит из голосов, текста, видео и делает его локальным, куда бы он ни направлялся. Часто это происходит ближе к концу разработки игры. Определенно не в начале. Как будто есть серая зона. Хорошо. Здесь определенно есть серая зона. Это не значит, что игра выйдет завтра. Это не значит, что игра выйдет через 6 месяцев. Это не значит, что игра выйдет через 12 месяцев. Я действительно думаю, что есть общее окно, которое, когда вы делаете что-то подобное, указывает на это, верно? Вы не занимаетесь локализацией. И это то же самое, что я бы сказал даже для японцев, например, для игры Final Fantasy, верно? Вы же не локализуете это в самом начале, еще до того, как что-то сделаете, верно? Вы действительно. Это означает, что у вас все готово. Потому что у вас есть все видео, у вас есть весь текст, все субтитры, все в порядке. Когда они разговаривают, когда выполняются все задания, и вы читаете эти вещи, все это делается. Потому что теперь вам нужно изменить это для всех остальных. В этом есть смысл. Так вот, где мы находимся. А затем еще раз, чтобы перейти к его дальнейшим пунктам. Вы знаете, это звучит так, как будто это большая проблема. Вы знаете, что Sumo Digital и другие люди действительно помогли им. И мы увидим это раньше, чем ожидалось. Поэтому я рассматриваю это как очень позитивную новость. Теперь вы знаете первая часть. Нет как переговоры. Вы знаете, вы не можете сказать. Ну, Алекс, это утечка. Вы знаете, мы не знаем, можем ли мы ей доверять. Я имею в виду, что первая часть — это объявление о приеме на работу, понимаете? Я имею в виду, это похоже на реальность, что они искали людей, которые могли бы это сделать. Так что это определенно хорошая новость. Другая часть, это очевидно, только то, что он слышал. И может быть, вы ему верите. Может быть, вы и не знаете. Но я в этот момент, верю ли вы ему. И вот, где мы находимся. Так что дайте мне знать, что вы, ребята, думаете об этом в комментариях. Убедитесь, что вы, как всегда, подписаны. Если я когда-нибудь увижу этот материал, или если вы когда-нибудь увидите этот материал и захотите отправить его мне, более чем добро пожаловать. Вы знаете, не забудьте кликнуть вам в видео. Если вы хотите подписаться на меня в Твиттере или где-нибудь еще. У меня есть второй канал. У меня также есть членство в Patreon и YouTube. Ссылки на них все есть в описании ниже. Спасибо вам, ребята, за то, что посмотрели. Я надеюсь увидеть вас всех на следующем видео.